И вот у нас говорим, используем вот внутренний чехлы из качественного материала, вот этот наполнитель, он тоже бывает нескольких видов, есть дешевле, есть подороже. В этом небольшом химкинском цехе уютно. Здесь кипит работа по производству мебели по индивидуальным заказам. К каждому изделию подходят с душой. Представители муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» и депутат Артур Каримов посетили предприятие. Они производят мягкую мебель из компонентов российских. И все у них фурнитурные составляющие российские. Ну и то есть полностью можно сказать, что здесь производят мебель, которая подходит под проект «Выбирай свое», и все компоненты, и даже внутренние наполнители, они все из российских комплектующих и составляющих. Один из интересных этапов работы – визуализация. Перед тем, как начать изготавливать, мастера воссоздают интерьер с будущими изделиями. Вот нужно сделать диван, кресло, атаманку, да? Вот. И потом мы уже по их индивидуальным размерам мы уже вносим и, соответственно, вот делаем чертежи этих, скажем, дивана. Любое предприятие стремится к росту и расширению ассортимента. Это мебельное производство не исключение. Именно поэтому на встрече обсудили меры государственной поддержки, которые могут помочь в развитии. Хотелось бы, знаете, льготы получить по закупке оборудования нового. Вот. А остальные проблемы мы можем сами решить. Или территориальную вот эту базу нашу другую сохранить или преувеличить. Тоже вот здесь бы хотелось бы с администрацией посоветоваться. На мебельном производстве трудится всего 3 человека. Но это не мешает им изготавливать эксклюзивную мягкую мебель высокого качества. В своей работе предприниматели используют только лучшие материалы. Отечественную фанеру, немецкие и итальянские ткани. Благодаря дополнительным мерам поддержки предприятие сможет получить новый виток в развитии. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.